Вот уже третье тысячелетие развивается и процветает царство Хей. Многое пришлось пережить народу здешнему. Нападали на него полчища громадных орков, ужасные зеленые создания, детище гнилых болот, и стаи темных эльфов, злые и бесстрашные дети ада. Но никому не удалось поработить эти священные земли. Так было и так будет. И все верили в могущество царя своего и полководца, сына великого Тесана, Рейна. Вошел он на царство после недавней смерти своего отца, который погиб в бою за северные окраины. Царь Тесан подготовил достойную замену, но не всем это было по нраву. Ну что, советники, надо решать проблему с крестьянами. Какие будут предложения? Великий государь, я предлагаю не понижать налога. Эти крестьяне так уже полные карманы денег набили. Так им все и мало, еще больше хотят. Я так посмотрю, тебе служба при дворе совсем надоела? Может, в крестьяне подашься, денег подзаработаешь? Крестьяне, видно, не от хорошей жизни бастуют, а? Верно, мой господин. Я предлагаю снизить пошлину за вывоз товара в соседние государства. Год был слишком засушливый, крестьяне разоряются. Сейчас нас может спасти только натуральный обмен. Да ты совсем ум потерял. И посадить простолюдинов к себе на шею? Ради чего? Ради того, что у них, видишь ли, была засуха? Так надо больше работать. Никто же не виноват, что они прохлаждаются целым днем в своих полях, лугах, поют веселые песенки. Кому это вообще надо? Ситуация в стране и так накалена. Если мы начнем ущемлять крестьян, они взбунтуются, и тогда нам точно не сдобровать. Вот, дело говоришь. А ты, черт, точно у меня вместо лошади землю пахать будешь. Пошел вон отсюда. Что этот царский выродок о себе возомнил? Я был Тесану ближе всех. Этого олуха никто в глаза не видел. А теперь объявился устанавливать свои законы. Я этого так не оставлю. Дорогая, ты покормила детей? Да, они уже спят. Ну что с тобой? Ты последнее время все время плачешь. А что мне остается делать, когда уже детей кормить нечем? Как мы будем жить? Не волнуйся ты так, я что-нибудь придумаю. Пока ты придумаешь, мы все с голоду умрем. Давай уедем. Вон вчера наши соседи уехали в земли Адена. Говорят, там живется намного лучше. Нет, я ни за что не продам свою родину. И не подвергну опасности детей. Как мы пройдем границы темных эльфов? Завтра пойду к царю просить помощи. Ну и катись хоть сейчас, только не удивляйся, если мы все умрем с голоду, пока ты вернешься. Страж, где мне найти ассасина Золмана? Ха. С кем я разговариваю? Что? Тихо-тихо, я же не с пустыми руками. Другое дело, сегодня праздник, так что удвой-ка сумму, а не то висит тебе на дереве. Забирай, а ассасин-то где найти? Внутри. Я слышал о чудесах, но чтобы кто-то ходил в мои покои, такого еще не было. Простите, вы Золман? У меня к вам дело. Да ты ума лишился.
С чего ты взял, что я стану помогать какому-то людишке, да к тому же еще и в платье? Я щедро заплачу. 3 миллиона. Говори. Мне нужно убрать короля. Нет, сумма маловата за короля. У меня есть замечательный клинок. Забытая империя. Зачем мне прогнивший кусок хлама? Клинок непрост. Он может вытягивать жизнь жертвы. Так, жизнь короля взамен на деньги и какую-то железку. Каков срок? На все сутки. Деньги вперед. Нет, только половину. Мне нужны гарантии. Остальное получишь после того, как принесешь его голову. Справедливо. Но смотри, обманешь меня, и твоя голова будет у меня вторым трофеем.